Кончается ель печально в окне, кончается день, дичает апрель. Прижала к стеклу сухую ладонь, позвали к столу, но останусь с тобой. Не нужен обед, я больше не ем. Уже много лет тебя рядом нет. Тебя рядом нет, но где-то ты есть. Пускай не сейчас, не со мной и не здесь. Ты так же, как я, не любишь родных. И так же, как я, ты злишься на них. Они, как мои, не такие, как ты. Дешевые мысли, фальшивые рты. То страшные яды в дежурных словах, то жалкие взгляды побитых собак. На наших родных зловредная грязь. Их нужно отмыть, их нужно украсть. Мы возьмем их в плен, посадим на цепь, запрем на кухне, связав руки сзади. Сломить их дух — это наша цель. Понятно, что с этим не справиться за день. Нужно лишить их базовых чувств, чтоб не могли ни слышать, ни видеть. И в темной тиши я их научу, как надо жить, и я не шучу. Что все это бред и фантазии лишь, что так сгоряча не рубят с плеча, что я одичалая, как саранча. Они люди близкие, как ни крути, и я не смогу на такое пойти. А если смогу, дорога потом, либо в колонию, либо в дурдом. А я скажу в ответ: ты не напугал, твой ценный совет мне никуда не упал. И вообще тебя нет, ты выдуман мной, и все, что ты скажешь, фактически ноль. Все эти слова придумала я, мечтая одна, застыв у окна. А в этом окне качается ель, кончается день, дичает апрель.